Новосибирские полицейские задержали подозреваемых в серии дерзких нападений на пожилых женщин. 25 мая налетчики ограбили пенсионерку на улице Нижегородской. Повалили ее на землю, вырвали из рук потерпевшей сумку с деньгами и мобильным телефоном. Потом скрылись. В тот же день аналогичный факт зафиксировали в центральном районе города. Там потерпевшая оказалась неробкого десятка и смогла отобрать свои вещи преступника. Возбуждены уголовные дела по статье «Грабеж». Правоохранители ищут других жертв, юных злоумышленников. Если узнали их, звоните по телефонам, указанным на экране. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личности подозреваемых. Ими оказались 20-летние и 16-летние жители Новосибирска. Фигуранты дали признательные показания. Похищенное изъято подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время полицейскими проверяется причастность задержанных к аналогичным преступлениям на территории города Новосибирска.